На 2 года раньше срока введена в действие на полную мощность Кременчугская гидроэлектростанция. Это большое событие не только для строителей станции. Вся страна с радостью отметила, что сделан еще один значительный шаг в осуществлении заветов великого Ленина о сплошной электрификации нашей Родины. Кременчугская ГЭС на Днепре мощностью 625 тысяч киловатт уже дает ток. Впервые у нас сооружена гидроэлектростанция открытого типа, без обычного высокого здания машинного зала.